Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доминик Джонс, и сегодня я продемонстрирую вам такую игру, как Dungeon Sight Throne of Agony. Эта игрушка понравится всем любителям Diablo-подобных игр. В ней, как и у всех подобных играх, огромное количество различных вещей, оружия и артефактов. Единственное, что ее отличает от игр подобного жанра, это та легкость, с которой можно пройти эту игру, выбрав персонажа мага. Правда, при этом игрушка получается довольно скучной и однообразной из-за слабости врагов перед вашей магией. В игре существует довольно интересная система классов. Выбрав в начале персонажа его уникального напарника, остальных четырех напарников вы можете приобрести в процессе прохождения игры. Вы спокойно прокачиваете персонажа до 30 уровня, постепенно распределяя очки умений по определенным способностям персонажа. После достижения 30 уровня перед вами встанет вопрос, как дальше развивать персонажа. Расскажу на примере персонажа мага. После 30 уровня можно выбрать, кем вы станете дальше, темным или светлым магом. При выборе стоит обязательно помнить, что каждый из этих классов даст вам возможность достигнуть еще двух классов, но только тех, которые соответствуют первым двум. Например, если вы выбрали в первый раз темного мага, то на 60 уровне у вас будет возможность превратить его в мага с высшими заклинаниями огня или мага с красноречивым названием «Рыцарь смерти». Дополнительным поводом для радости служит и тот факт, что при достижении этих рубежей ваш опыт начинает расти просто с неимоверной скоростью, и буквально за каждого убитого врага у вас повышается уровень. Но, к сожалению, это продлится недолго и связано с тем, что при смене класса вам добавляют изрядное количество способностей, на которые необходимы все те же очки умения. Звуковое сопровождение в игре находится на среднем уровне и порой надоедает своей однообразностью. Но ведь фанатам таких игр нужно совсем другое. Это постоянное действие, стремительное развитие событий, множество заклинаний, а это и есть здесь в большом количестве. Поэтому позволяет назвать игру одной из лучших RPG на нашей любимой консоли. Графика в игре тоже на уровне, особенно ничем она не блещет, но тем не менее она довольно симпатичная. После прохождения игры в первый раз вам предоставляется возможность сохранить персонажа, а также открывается элитный уровень игры, в котором враги начинаются с 62 уровня и выше. Второй раз игра проходится всего за пару-тройку часов, и в это время вы можете прокачать все свои способности и достигнуть максимального 100 уровня. И в заключении стоит сказать, что игра получилась довольно неплохая и позволит вам скоротать часок-другой в непримиримой борьбе против разнообразных врагов и монстров. С вами был Доминик Джонс. Всем пока. Kibbles a bit, there ain't a streak dog in the globe, I can't fix, get it, I'm sick with it, when I spit the venom in it, drips up in a minute, gets the women in a quick dilemma, we can settle it now, and I don't know who did it, but they said it was styles.